все наши участники уже готовы к тому, чтобы начать смотр. Разделили на две группы по 6 участников. Так как спереду, конечно же, легче смотреть собаку в движении. Эксперт сначала хочет выстроить всех в одну линию и посмотреть всех собак вместе общим фоном. И потом уже в движении и далее индивидуальный осмотр каждой собаки. Эксперт просит начать движение первых 6 собак. Мне кажется, пришел наш 12-й участник. Так что теперь у нас полный класс. Из 12 записанных 12 собак. Так, эксперт начал осматривать индивидуально каждую собаку. Номер 76. Ангус Янг из Леванжи. Номер 76, Ангус Янг из Леванжи. Оценка очень хорошо. И эксперт переходит к номеру 77, Андвол Пака Рабаны.
Номер 77, Андвол Пакарабана, получает оценку отлично и продолжает борьбу за место в расстановке. На столе у нас номер 78. Бунасы Кинг Вуди. Номер 78, оценка очень хорошо. Бунаси Кинг Вуди. Очень хорошо. Так, мы ждем оценки номера 79, Weltmeister from House Stier. Номер 79 получает оценку отлично. И на столе у нас номер 80. Винсент Кассель из дома Венгрии. Винсент Кассель номер 80 получает оценку отлично. На столе у эксперта номер 81 Life Spring Rolls-Royce. Номер 81, Life Sprinkle Rolls-Royce, оценка очень хорошо.
На столе номер 82, Lifespring Royal Blood. Номер 82, Lifespring Royal Blood, оценка отлично. И на столе номер 83, Major Point. Бронья Аур. Major Point номер 83 получает оценку отлично. На столе у нас номер 84. Мэр Турванда до Дехака. Номер 84, оценка отлично. На столе у нас номер 85, Still Life Jack Daniel's Black Label. Номер 85, Still Life Jack Daniel's Black Label, получает оценку очень хорошо. И мы ждем оценки для номера 86, Furry Dream Presence of Fortuna. Thank you.
Номер 86, Furry Dream, Present of Fortuna, оценка отлично. Номер 87, Highlights United Kingdom, последняя собака этого класса. Номер 87, Highlights United Kingdom, оценка отлично. Осталось у нас 8 собак в ринге. Эксперт сделает свой выбор. Он выберет 4 собак. 4 собак и расставит их по местам. И мы скоро узнаем результат. Так, эксперт выбрал 4 собак. Номер 80 Винсент Касселис, дома Венгрия. Номер 83 Major Point Bronhier Aur. Номер 84 Мэр Турван Дадо де Хака. И номер 85 Still Life Jack De... Нет, неправильно. Трех собак он пока выбрал. Это я поторопилась, подождите. Пока просто поменяли местами. Сейчас будет отбираться снова. Извините, что ввела вас в заблуждение. Пока эксперт меняет собак местами, чтобы составить себе более полную картину. Пожалуйста.
Снова движение по кругу. Еще никого не отбирали. Что-то я в этом классе, извините, пропустила. Призовые призеры, победители. Сейчас получат описание. А у вас? А у нас такой выход чемпион. Могу точно сказать, что четвертое место занял номер 86 Fairy Dream Present of Fortuna. В этот раз все прошло очень спонтанно, и я не успела поставить цифры в каталоге. Итак, по всей видимости, первое место занял Major Point Bronier Aur, номер 83. Второе место, номер 84, Major Wanda Dohaka. И третье место, номер 87, Highlights United Kingdom. И четвертое место, Fairy Dream Present of Fortuna. Отсюда, к сожалению, мне не видно номеров, поэтому по камере увеличиваем и смотрим. Сейчас все собаки получат описание, и мы перейдем к судейству класса чемпионов. В этом классе также могут принимать участие собаки с 15 месяцев. Но для того, чтобы записаться в этот класс, владелец собаки должен предоставить сертификат либо диплом чемпиона любой страны, члена ФЦИ или АКС. Ну и... либо интернационального чемпиона красоты ФЦИ, либо чемпиона НКП.